Пятеро детей обрели семью. Так завершился день аиста в Ангарске. Масштабную акцию проводят социальные учреждения, где воспитываются малыши и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Цель одна – подарить ребятам возможность воспитываться в семейной обстановке. Традиционно накануне такой встречи потенциальных родителей и детей. Будущие мамы и папы проходят спецобучение. А детвора тем временем готовят творческие номера для галоконцерта. В этом году организаторы отошли от привычной схемы дня АСТИ и провели совместные мастер-классы, игры и тренинги. Школа приемных родителей помогла вообще хорошо, особенно психологи. Они все рассказывают, все объясняют, как это все происходит. Если ребенка брать, вот, они помогают все это во всем. Я уже заканчиваю школу в этом году уже. Ну, так что приятно вот тоже прийти, познакомиться, вот, пообщаться. С такими же, как я, с приемными родителями. Хотелось бы, чтобы понравилось тому человеку наш номер, чтобы он нас забрал, чтобы он нас любил, чтобы мы жили вместе с ним в хорошей семье. Сегодня в ангарских сиротских учреждениях воспитываются более 80 детей. По словам социальных психологов, самая сложная категория в устройстве в семью – это подростки и дети-инвалиды. В этом году День Аиста подарил двум таким ребятам настоящих родителей и любящую семью.